Я оплачивал счет за коммунальные услуги. Девушка в окошке, такой Михаил Николаевич, говорит, никак. Спрашивает меня, сколько будете оплачивать воды, я отвечаю, 0,1 куба. Она долго что-то вводит данный компьютер. Я ей спрашиваю, а что случилось? Почему зависает компьютер? Да нет, не зависает, отвечает. Просто понимаете, я ввожу в компьютер все время 0,1 куба, а высвечивается 0,200. Но он гениально ей ответил. Пап. Он говорит, да ладно, я не скупой. Я могу оплатить 0,10. Я little bit. Come over here. Иногда ученики грамотнее, ученики, воспитанные своими родителями, грамотнее учителей, которых воспитывало государство. Вот, например, ученик мне написал. Наша учительница по языку недавно вынула пену, просто вам подарок. Не пойси. Ну, не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так, выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Сейчас я принесу стаканы, не надо, он купил дрынь. Сюда, Фрио. А, good job, я сейчас полз. Really? You don't have two. There is the cup. Сейчас я даю стакан. Вот, Паша, можешь? Папа, сестра. Папа, сестра. What? This thing? What, my thing? Yeah. Паша, купил такой. Ничего, ничего, пока подышу. Подышу, Кабинет. Пизо. Ты стыдно. And drink one. You drink like five of this last one. No? Yeah, Monday. Hey, hey, I walked in your room. Why was there six of them? Yeah, but my pimples are here. Exactly. Hey. Что тут Нина? Студент учится педагогической. Будет готовить наш смерть, да? Дядя про меня все знает. Отлично, сын комсомолка, это как раз то, что нам нужно, да? А что вам нужно? У меня к вам есть, понимаете, такой, ну, неожиданный вопрос. Вы как относитесь к правосочетанию? Ну, вообще-то положительно. Об этом думать никому не рано или когда не поздно, да? И не заводись, сейчас поехали. А как вы относитесь к нашему сегодняшнему празднику открытый ваш правосочетанию? Еще 15 минут. Да? У меня будет к вам небольшое ответственное поручение. Да? Какое? А там посмотрим. Да? И что? Ну хорошо. И вот тогда вся стая полетела зимовать на юг. Одна маленькая, но гордая птичка сказала. Лично я полечу прямо на солнце. И она стала подниматься все выше и выше. Ну, очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива. Что случилось? Что? Что такое, дорогой? Давай. Птичку! Жалко. Ты дал Тейлору? И принцесса от злости повесилась на собственные газы. Потому что он совершенно точно сосчитал, сколько зерен на мешке, сколько капель в море и сколько звезд на небе. Так, выпьем же сами за на здоровье! На здоровье! Серебряные ножницы разрежут эту алую
пришел турек и откроет всем молодоженам нашего района прямую дорогу вперед к светлому будущему, понимаете ли? К счастью, любви и согласию, понимаете ли? Посредством нашего дворца брат Сочтаж. В честь открытия дворца мы здесь посоветовались и решили, что честь открытия дворца мы предоставляем прекрасной женщине, девушке, которая олицетворяет собой новую судьбу женщины в городе. Это студент, комсомол, спортсмен, а конечно просто красавец. Есть то маленький, но ответственный парчек. Прошу. Друг человек. Минуточку. Будь добры, помедли. Я записываю. Так вот, как говорит наш замечательный сатир Аркадий Райкин, женщина, друг человек. Грандиозно! Выпьем за женщину! Лера, давай это самое. У него есть стакан. Ну, вот тот стакан. Это не алкоголь. Да, на алкоголик. А возьми еще один стакан. Это как шампейн, но это не алкоголь. Да. Ну, try. Go get your cup. Мы не откапали. Сейчас обойдем.
Где твой кап, Жан? Сейчас я принесу, подожди. Маме на нем. Подожди, подожди, Алекс куда? Подожди еще, Алекс, где же у тебя кап взял? Ну что ж такое, зачем же ты налил пепси? Я. Сейчас, я. Дуже дзвесю. Тедер, хів'я. You're not used to it. That's why. And the special, what's the difference from black and other colors? Black is like you shave the gold. So your sandwich is gonna be like $30, maybe $60. Why is it so expensive? Oh yeah. Fish. Black is more rare. Very expensive, it's like a gold. So why? Little candle, it's like $100. So why? Because it's a rare fish. No? Red one, it's easy to catch. Red one, this is... I pay more money for this one. I bought whole case. Frozen. And it's Alaskan wild. So wild, you know, it's in the ocean, it's clean. It's not a farm. And I don't go inside in the freezer and bring it from the freezer. Yeah. Uh-huh. You did it? Mm-hmm. From where? In the store. What store? That your friend works there. Red one? Mm-hmm. Because they put like maybe $4 or $5 in the refrigerator and display. But you got like $40 inside frozen. Which is great. Five minutes left. No way. Five minutes left. One year we had Chris Isaac playing music. Chris Isaac. It's a singer and a guitar. All right, well, I guess we are just seconds away from giving away $5,000 in furniture from our friends at the Room Place. Oh, I cannot wait. In the past few weeks, thousands of you have entered this contest to win this fantastic prize. $5,000 shopping spree at the Room Place. There are over 25 furniture stores across the Chicagoland area, and you have to check out the new location at Gurney Mills. All right, Val, you ready? I am ready. Here we go. This year's winner, $5,000 in furniture from the Room Place, is Sonia Pappas from Mount Prospect. Congratulations. Mount Prospect. You are the big winner. Not too far away. Of the $5,000 shopping spree. Congratulations, Sonia. The Room Place is proud of its long history as Chicago's family-owned furniture and mattress store since 1912, with locations in Illinois, Indiana, and now in Wisconsin. There's a Room Place near you, including its largest store in Lincolnwood Town Center Mall. And I've been to that twice. It's fabulous. Yes. Head to the Room Place tomorrow all day long, and you'll get $100 off your purchase. And you can go to theroomplace.com for more information. We are almost in 2020, but right now, let's send it to Terrell and Cheryl. Hey, what's going on, guys? So we have already cracked open the bottle of champagne. We're ready. It's around here somewhere. Somebody else has got it right now. We're ready to rock and roll. Do we can't. Do it now? No, we can't. Yeah. So we're getting ready for it. Hey, guys, look. Hey, you're on live TV. Offshore rooftop bar and restaurant here in Dayton, here the largest rooftop bar in the world, and the party is really kicking up now as we get closer. I mean, this is really exciting. This is such a great location. Yeah. This bar, just all glass, so you can see basically a panoramic of the entire city from here. But most importantly, as we get closer to the countdown, you know what's up. You know what's happening? Fireworks. Fireworks. So we're going to see it front row, but we're also going to bring that to you. Yep, looking forward to it. Janet and Mark, going to send it out to you. I have
to say all the venues that we have visited for Countdown Chicago 2020 are wonderful venues, but I think this is the most fun and colorful in my opinion. The people here at Lips are just the best. They are kind, they are funny, and they are talented. And by the way, they do great things. Yeah, they absolutely do. But what did you think of my dream outfit? Seriously? Yeah. You look like Dame Edna. I was going for at least 10 years. I'll tell you, this place is decorated to the nines. Now, the place in New York has been going strong for about 25 years now. They have 5 locations, and this is just a new one. See that non-alcoholic champagne? You sure? Yeah. That's how it tastes, almost like alcoholic one. If you see me falling on the surf, my brother. Can I have the rest? Can I have the rest? Yeah, you can have it. Yeah. Are you drunk? What are you doing, drunk? My father. See, read what it says. It's grape juice. White grape juice cocktail, Alex. Alex, read. What? Wow, this is... Oh, Chicago River. Yes, Chicago River fireworks. You know how dirty that river is? Oh, yeah. All the drains, all the sewer across the sea, it dumps in there. Alex, how they say don't use fireworks? На Маккормик. Маккормик там, где туе все эти ривers, все они потом и в нее выходят. Чикаго ривер. Я хочу взять каяк и go from Wisconsin to here. Зачем? This one's a red. It's a polluter, sir. No. Они получится, ты ерундой занимаешься. Не надо оно тебе. Waste of time. Take this plane to bring out. You'll be cast out with a rat. You wanna come by with Oakland is? Oakland College? Диспансер его вроде может поедет. That's what I'm saying, I'm gonna go. А ну тебе нафиг не надо, ну все грязное вообще. Эти все риверс, они очень грязные.
Два года назад кто-то был на корабле вообще. Да, Новый год встречал. О, да. Fake people. Ты мог бы взять? Да. И делать салфет? Да. На корабле. А на шип, где делать салфет? Да. Why does Bridges just so weird? А? Just so weird. Bridges. Они тоже пьют Бейджер. Конечно. Кто? Которые... MTV. They drink same thing. Они будут drink real alcohol, что crazy? Who's your job? Yeah. Let me take it. Yes, sir. Нарежь, нарежь кусочек. Нарежь. Это Фредди. Куин. Это Куин. Фредди Меркьюри. But streaming with Xfinity Internet is easy because now you can search less and watch more with 4K HD.
Alex, what's your resolution? Amazing speed of Wi-Fi coverage so you can catch the big game. Do the math five times first. Awesome. Extend the internet today, and for no additional cost, always control the Flex 4K streaming device. A flex on dashboard that puts all your favorites in one place. Switch today. Почему тебе не бывает? Welcome to the final days of Toyota-thon. Oh. Made it. For sure, yeah, the old kitchen. Right now, during that was my wife right here. 2020 Toyota Run. The GRF4 has had transmission problems. Yeah? It's been out of the first generation. You want? Yeah. Why? Let's go. In fact, the first, why not? But the car you ordered for S4Runner is not too much, so that'll take a month. It was the other space. Since they went through a different manufacturer, because they don't make it, no one else makes it. After all, your heart is the best compass there is. Together there, fill your heart with the stuff that keeps it beating. Fill your heart with Ireland. Discover more at Ireland.com. Time's coming out! Don't miss your chance to ring in the new year with all new furniture! And right now, get a bonus $100 off! Big savings store-wide, plus an extra $100 off! Those are almost 100 years, that's a big depression. 2 days only at the room place! When was it? I don't know, 1921? Countdown Chicago is brought to you by The Room Place. Find your change of place. And by Violite, life with vitality. I made it. We are back live at the Cambria Hotel, Teatro Zanzani, a gorgeous... ...throughout his life. Mueller, Mueller, whatever. And now, who can forget Cop Quiz? Which 2019 controversy did one tweet refer to as the first minute of an episode of Black Mirror? A. The Jussie Smollett controversy. B. The Jeffrey Epstein controversy. Or C. The Peloton ad controversy. The answer after the break. What's my canal? What's my? Вот мой канал, включи. Normal to feel confused. You just spent 120 years in suspended animation. CEO of Plexiter. We've created the best new Windows offering yet. They're Plexiter 10.
10-minute challenge. All it takes is 10 minutes to reduce the appearance of unripe eggs, wrinkles, and crow's feet. Plexiderm works so well, your family and friends will wonder what you've done to look so fantastic this new year. I'm 61 years old. I'm a professional personal trainer. It's so important to be in good health. Passenger. Passenger. Jim Preston. We are almost in 2020, but right now, let's send it to Terrell and Cheryl. Hey, hey, what's going on, guys? So we have already cracked open the bottle of champagne. We're ready. It's around here somewhere. Somebody else has got it right now. We're ready to rock and roll. Can we toast now? No, we can't. Not yet. So we're getting ready for it. Hey, guys, look. Hey, you're on live TV. Offshore Rooftop Bar and Restaurant here at David Pier, the largest rooftop bar in the world, and the party is really picking up now as we get closer. I mean, this is really exciting. This is such a great location. Yeah. This bar, just all glass, so you can see basically a panoramic of the entire city from here. But most importantly, as we get closer to the countdown, you know what's up. You know what's happening? Fireworks. So we're going to see it front row, but we're also going to bring that to you. Yep, looking forward to it. Janet and Mark, going to send it out to you. I have to say, all the venues that we have visited for Countdown Chicago 2020 are wonderful venues, but I think this is the most fun and colorful, in my opinion. The people here at Lips are just the best. They are kind, they are funny, and they are talented. And by the way, they do great makeup. Yeah, they absolutely do. But what did you think of my train outfit? Seriously? You look like Dame Edna. I was going for at least 10 years. This place is decorated to the nines. The place in New York has been going strong for about 25 years now. They have 5 locations. And this is just a little bit of the here on South Michigan where they're renovating Shouldn't be bubbles. It's cool that life does not stop at Roosevelt. Can you push? This place is awesome. Taylor. You see that non-alcoholic champagne? You sure? Yeah. About real. That's how it tastes. Almost like alcoholic one. If you see me falling down the stairs, my brother. Can I have the rest? Come on, can I have the rest? Yeah, you can have rest. Yeah. Hey, drunk? What are you doing, drunk? My bottle. See, read what it says. It's grape juice. White grape juice cocktail, Alex. Alex, read. What?
Oh, Chicago River. Where's Chicago River fireworks? You know how dirty that river is? Oh yeah. All the drains, all the sewer across the city dumps in there. I like how they say don't use fireworks. На McCormick. McCormick, там где туя, все эти. Эти ривер все, они потом и в нее выходят. В Чикаго ривер. Я хочу взять каяк и go from Wisconsin to here. Зачем? Это получится? No. Why? Это не получится, это ерундой занимаешься. How that hour? Не надо оно тебе. Waste of time. You believe it? We are in 2020 officially. We're in 2020, and in the year 2020, we will celebrate our 10th season together. That is officially longer than my first marriage. Longer than mine too. You and I have been together that long. I am really excited about this year. I just feel like there are going to be so many wonderful things happening in this year. It's going to be a memorable year. Do you have any resolutions or intentions for the year? I got a lot of goals. I don't have enough time. But you know, Back to the Future is my favorite movie, and I'm still waiting for hoverboards and flying cars now. Is that fine? I think we're getting closer. It may not be 2020, but it's definitely in our future. All right, biggest goal for you quickly? Oh, biggest goal? I want to be the most fit version of myself. Hey, we got Davis Jasper's Vitalife. I know. More progress than we need to be live. Happy 2020, everybody. Jose, all the best and health to you. We're going to send it over to you. Funny, those old ladies, did you see it? How they try to squeeze on the TV. It's like, holy crap. There's a lot of older people. Mm-hmm. Yeah. And they're drunk too. You can see their faces all drunk. Cheryl and Terrell, any more girls? Hey Liz, yeah, appreciate it. Thank you so much, Cheryl. We did it. We did it. It's 2020, guys. It is. We danced our way into 2020. Another experience that we are going to be talking about for a long time. Oh, so grateful. All the work behind the scenes and here just having the best time. The fireworks are still going on right at the AVPR. This is an incredible show from this location. New Year's resolution, I think we share one. What's that? Dance maybe a little more? Keep on dancing, dude. Keep it going. What's and my song just came on too, so you know it's about to go down. Hey, Alaska. Here we go. The good time. Alaska, come over here. Cheers. To you. And cheers. What are you to doing all over you. There? Thanks for watching and bringing in the new year with us. We are wishing all of you the happiest and healthiest 2020. We love you. Mark and Janet, back to you. Peace out. Right, we are working hard for the money here at Lips. We want to thank you so much for joining us tonight. A quick shout out to Colin Hinkle at Soaring Badger Productions providing all these great drone shots for us. He is the king of the sky. And thank all of you for watching. 28 years of this, 19 of us together. Что ты меня спрашиваешь? Кто я знаю, что она такая большая? And all the great people who are here. And я что, продюсер, что ли? Ну не все быть маленьким такие, как ты. Не, ну ты видел, там все нормально. Смотри, еще рвете так мелко. Вы нормально рвать можете? Я не знаю, что. Большой не пускай. Давай вот тоже. А, тут нет крыльев. Star Wars, это Avengers. Avengers. You got that set too, right? Good you choose Avengers. Otherwise he would have two sets. Помнишь? Джейсону. Я знаю. Так это самое. Я ему такой же дал Avengers.
И мы не могли решить, или ему этот, или тот. Понимаешь, хорошо получилось. А, Джейсону? Да, и хорошо получилось, что Avengers он взял. Такой же самый Avengers, да? Yeah, вот это было. У нас уже такое да, было. Да, два было бы одинаково. Я в прошлый раз что-то отменяла. WNT. That's your Zoom. Open up and look inside. When the picture, move around. Wait, okay. Move that thing. Finger. It's the same thing like I have right here. You see you zoom in? You can change some settings. О, прожектор получил. Это мумис? Да. Это прожектор на потолок себе. Раз и все. На потолок? Да. На потолке, да? Ты можешь подсоединить все, что хочешь. Хоть телефон к нему. Жарко? Ничего. Вера, ты сейчас вот там держи. Сейчас я возьму. Жанна, иди возьми конверт, Диана. Жанна, конверт возьми. На елке наш. Что ты стоишь за мороз? Ну хорошо, возьми конверт. Это я себе заберу. Джейсон, ну ты же говорил, ты же хотел на YouTube делать channel. So do I put this into the computer? You probably charge it. That's probably charger. You don't need to put it on the computer. How do I get it on the You can get it from the USB to the computer, or you're gonna have a SD card in there. You can move SD card to the computer. Okay, what kind of SD card? The большой. Regular, big one. Okay. You read the manual. Read the manual, how big capacity. Is there a Ghostbusters? No. Does it look like Ghostbusters? What is this? How are you? Открывай, что ты мне даешь. Открывай, считай. Жанна, куда ты убежала? Жанна! Там есть SD card? Возьми и почитай. Посчитай или что, или почитай, может тебе письмо там тебе написали, а рано. Здесь там написано TV, так это в TV ставится? Да, это если ты хочешь на TV. Но тебе на TV не надо, ты можешь пользоваться программой Editing. Хорошо, спрячь, положи. Конверт спрячь, положи, спрячь. Баба должна знать, когда у тебя будут каникулы. Ты понял? Лера, что я? Ты уже решил за меня? Чего, сколько у тебя подарков? Посмотрим, куда они поедут, решим. Найдем резорт и поедем в резорт все втроем. Digital video camera. Сколько она тут пиксел совершенно здесь? Это HD. High definition, все. Ага. Это с нее надо загружать на компьютер потом. А как editing делается? Что ты начинаешь залупляться? Разберемся, когда вы это самое. Что за моей спиной? Что за твоей спиной? Тише, уже рубай. Что ты мне начинаешь это самое? Ты не хочешь, чтобы он поехал с ним? Хорошо, он значит не поедет, все. Чего? Да пусть поедет в All Inclusive. Ну так посмотрим, какой резерв. Dreams были, хороший резерв. Кто? Кто ставит? Какая разница, на море все. Все достало, заткнись. Вы берите им сами, помогите. Ну так Валера, пусть выберет. А я не слышу, когда ты звонишь. Давайте туда быстро. Тут я слышу горячий. Дурдом такой. Ты уже спишь? Привет, Саш. Проснулся. Нет, мы не спим. Привет. Привет. С Новым годом. С Новым годом, да, тебя также. С Новым годом, да. Счастье. Здоровье самое главное. И все будет нормально. Да, да. Тебе это не грозит. Здоровье. Что-то ты еще больше стал. Нет, тебе кажется, ты плохо видеть стал. Непонятно. А Лера тоже уже. Что? Да нормально он, это кажется. Да я так же, нормально. У меня вес тоже, ни больше, ни меньше. А, это вы по 2 свитера надели, наверное. Я в футболке, а он в свитере. Я в свитере просто. А ты еще не спал? Нет, еще не спал. Я ждал уже звонка. Да, что же ему спать? На работу не надо, как нам. Сидит. Только рыбу ловит целый день. Ты YouTube смотришь мой channel, да? Пока еще не нашел. Что значит ты не нашел?
Не нашел. Скажи ему название. Ну я ж тебе 10 раз давал. Я сейчас и это видео поставлю, сейчас я тебе записываю. Ну, то видео я видел, а вот это свежее я еще не видел. Что там у тебя? Какое ты последнее видео видел? Когда родители были в затерянном городе. Ага. А это самое, ну там еще два есть, это самое. Ну я добавлю сейчас с Нового года еще видео туда тоже. Ну добавишь, я посмотрю, да. Зайду, да. Как хочешь, грей, не грей. Чем-то пахнет. Индюшкой пахнет чем. Правильно, но тоже, чтобы это было не сарай. Накрывай на стол. Давайте индюшку Телерепортер наш. Постриженный. Давай. Снимай. Да, меня уже снимали. Шторы не хочешь открыть там, где стол? Там, где стол, открой шторы, света больше будет. А где камера? Все, давайте это самое. Сначала подарки. Ну, подарки дети хотят. Давай, мы всегда, знаешь. Так, да, все, я сказал, что еще по полотане никто не разговаривал. Вообще. Я не пью, во всем сегодня повезло. Почему? Ты идешь ночную? Я работаю завтра. Я тоже. Я сегодня работал с утра. Да? Ну я так, на пару часов экшн. Я выехал на 2 часа. Ну. Да. Ну да. Магазины объехали. Они не платят за 8 часов, знаешь, экстра. Ну да. Получается 100 баксов, я это делаю за 2 часа, быстро объезжаю на своей машине. Зачем ты шторы открыл? Чтоб света больше было. Здрасте. Потом закроем, да, я сейчас поснимаю, закроем. Да, подожди, why are you opening already? Пусть открывает. Отойди, подожди, где камера моя вторая? Алекс, где ты? Где Алекс? Откуда ты знаешь? Алекс, где моя камера? Видеокамера. Камеру мою дайте. Тебе понравилось? Перестаньте, встань с пола. Джейсон. Орать должен. Сейчас получишь такого ремня от меня, что и подарки все заберу сразу. Ты слышишь? Куда убежал? Иди сюда. Но вы будете открывать? Или ты будешь... Сейчас, секунду, подожди. Камеру дай мне мою. Ты на 2 будешь снимать сразу? Бутерброды. А я ему говорю... Everything good? А, ты тоже без куртки. I told Alex, you look like you. So, я сегодня с ним встал. Year 2020, January 1. Так, не надо, чтобы я на кухне фотографировать. А я не фотографирую. А, снимаешь на камеру? А, идите наверх, он хочет с Гомелем. Иду. Здоровался там с Гомелем. Вы там поздоровались. Еще постригся. Правильно, short haircut. Эй, а ну тихо. Че распрыгались, как эти самые? Ну идем. Он молодец. Он все своими руками делает. Привет. Здрасте. Привет, Валера. Как? Хорошо, спасибо, с Новым годом вас! С Новым годом, вас старше! Вот это уже с камерой стоит? Вот, старший Алекс, стой, не дергайся! Молодец, он уже себе зарабатывает! Да, и вот, а это мы... вернее, старший Валера и младший Алекс. Это мы. Ну, по высоте уже догоняет. Да. Большие женихи, ну... Да. Ну вот, вы посмотрели мою семью, я очень... Так, сейчас я винегрет возьму. Хорошо, открывайте шампанское. Слушайте, я сейчас...
Давай. Ты будешь пить шампанское, никто больше не пьет. Нет? Нет. Значит, тогда на бутерброд. Дай мне это. Ты, Жанна, тебе надо? Поменять местами? Да, потому что мы вчера это розы открыли. Алекс, передай. Алекс, передай. Ты по центру сидишь. Tell her, give the bar over. Алекс, на мил. You on a crossroads. Ну что, Джейсон? Lego set's good? Тебе понравился этот ракет? Yeah. Are you sure? Yeah. I don't think so. He's going to Mars. Майкл, ты ему поможешь set up projector? Да. Чтобы он это сам... Из камеры instructions. Read the instructions. Ты меня слышишь? Same thing. You figure out how to use it. Don't ask Валера. Тебе надо это SD-карт. Значит, на Amazon пойдешь и закажешь себе SD-карт. Я закажу ему карт. Сам правда. Почитать maximum size. He's just lazy. He doesn't want to read instructions. Я знаю. Just read it. I'm not gonna read for him. Баба с дедом еще даже пол себе не положили. Так, хорош бегать, садитесь, кто же накладывать. Тебя мама просто... На тебе корку. И простой тоже. А, кто тебе не нужен? Лучше не нужен. Если вы не нужны, Happy New Year. Ну, задумай, да. Все было хорошо. Давай, Жанна. Ну, давай, чудо. Давай, чокнемся. Маты? Маты, да. Ну? Он тянет назад руку. А с бабой? Бабу он вообще игнорирует. Такой наглый. Он тебя не уважает. Он даже не может шокироваться рядом. Я говорю, да, я тебя обниму, но... Ты что, Джейсон? Отходит от меня. Дикарь какой-то. Потому что вы все время говорите о еде. А это его самый нелюбимый сабджект. Да, ты ему шага не даешь без еды ступать. Кушай, 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 кушай. Это что, уже новый? Новый. Кто? Как карат, да. Здрасте, его же в тостер ставили. Ну он вкусный. Мы же его ставили, думали, для бутерброда он же в тостере сделан. А вы попробуйте зелененький. Возьми вот с тостера попробуй, хочешь кусок? Мы же его не для еды, как бы так. Если бы я его намазала майонезом и этим сыром, на он бы был нормальный. Ой, там паштет, кстати, вкусный, да? Дай мне паштет. Давай. Кстати, вкусный паштет. Блин, а мы не посмотрели, что там паштет. Что за паштет? Паштет, все. Чикен. Потому что моя мама всегда берет говяжий. Нет, да. Говяжий мне как раз нравится. А ей нравится говяжий. Нет. Больше он уже знал, что у него есть температура, если что, он сам берет и принимает антибиотики. А ему никогда не дадут антибиотики. Очень опасно, знаешь, ну так и сделаем ему, что будет интернет. Да. Да. И звонишь ему. Давай Вайбер установите, да и все, на телефоне. Аппендицит схватил, на самолет и обратно в Чикаго. Я же знаю, как... Не понимаю, какой у мамы телефон, надо ему посмотреть, установить и Вайбер. Ну сделаем, да. У нее же скрин, тачскрин. Знаешь, как я даже не знаю, какой у него телефон. Интернет надо план сделать ему. Или у мамы. Я начала вам ее номер, она со мной направлена. А, он может взять с собой это самое, лэптоп. Лэптоп может взять, Wi-Fi там. И звонить, и все. Какие дня? Мы когда приехали, сели в автобус. We're playing Jason's IT unit. Да? He locked the door accidentally. I locked it, but I can't. Ну все теперь. Сейчас будем тебя головой об дверь бить, и она откроется. How are you gonna open it now? You gotta put something in there and push it. You gotta find a small screwdriver. Я могу вот это. Давай хит пойди включи на термостате. Bring the heat up. Teach him a little bit more to play. Я уже знаю. Майкл. Yeah. You don't know everything. Bring the heat up. Я уже знаю. А на термостат. Air's up. So heat turns on. Let's restart again. Okay. Again?
Oh, look, I made a ball here. Что холодно здесь? Вы что? How are you gonna open that door? Сейчас найдем тайный скрудрайвер. And I know how to do it for us. Air up. Сколько сейчас дегрей? 72. Поставил 72. Куца... Bring it up. Все. И все, оно автоматически включится. Окей, отвертка нужна маленькая. Есть маленькая отвертка? Я тебя с собой возьму. На перевоспитание. На кемпинг. Поедешь со мной? Да, в кемпинг. Зимой. А чё? Ты видел, что там ночью ходила? Да ты ж не ездил. Так мы видели на ютубе. Он же взял камеру специально поставил, потом мне показывал. На дерево. Ты таких не видел. Что, раккунов я не видел? Да это не раккуны. Это вот эти. Ну вот эти. Джим, пасом. Джейсон. А, пасом? Может, пасом. Слушай, да чем ты говоришь сейчас? На шаке огромный. Возьми его. Пасом? Они же вот такие маленькие пасы. Пасом смол. Это ракун был. Это ракун. Ракун избит. Жанна, my garbage can almost every night ракун. А куда это? Тебе клетку дать? Нет. Ну что он жопа еще выбирает? Алекс, возьми бетон. У меня по дровам живет труба. Все годы я их не трогал. А? Они у меня по дровам живут. Хорошо. Лера, возьми стейк. Я уже съел. Алекс. Алекс. Половинку возьми. Алекс, это фокусы. Давай. Палатка же из тонкого материала. Ну да. Они не пойдут в палатку. Ну они слышат, там спят, они побоятся. Неизвестно еще, кто может прийти. Так, Алина, давай. Если медведь, то да. Что-то ему, разрежься. У нас ночью, знаешь, я буду дома сейчас его кормить, он не хочет. Да, что я могу сделать с ним? У нас тоже появились, называются эти, как они, койотис. Койотис. У нас тоже, и лица у нас есть, видели мы. Прям с окна стояли через дорогу. Да, ты что, еще в магазин в 5 утра? Я койотис появились, и она их видела, шла, и вот они бегают. Представляешь, когда она в 5 утра выходила на работу? Их очень много ночью. А представляешь, что там может быть? Там может и медведь. Нечего ездить в палатке. Сапчо, Жанна, all inclusive. Когда вы смотрите пик, сейчас вот резорт, вниз, если ниже опускается, сам внизу там пишется, когда он построен, сколько людей вмещают, все это можно почитать. Я просто никогда на это не обращал внимания, но я в резорты не езжу. Да, там все написано. Джейсон, кушай. Давай, я снимаю тебя на видео. Мы посмотрим, как ты кушаешь. Вперед. Во, молодец. Давай, на YouTube будешь. Everybody gonna watch like Jason eat. Come on, Jason. Быстрее. What are you, frozen? Hurry up, move it. Faster. Молодец, вперед. Алекс. Turkey leg. Почему она лежит там? Почему? Почему турки... Сейчас язык оторву. Что я буду лукать турки лег? Ты будешь как турки лег. А ну бери, ешь. И переводишь. Руками разламывай. А ты говоришь, он тихий, стеснительный. Только... Только talking back. Что типа я как турки лег. Давай. Ну он уже сейчас в быстрее, к вам. Старшей школе, знаешь, какие там дети? Это точно. Быстрее. Да. Там такие дети, с ними учителя не могут справиться. Да. Им плевать на них уже. Когда кушают, подарки. Быстрее начали есть. Учитель по физкультуре мне пишет, что он без Алекса не смог. Алекс так ему помогает. Он бы не смог справиться с этим классом. Хорошо. Да, женщина.
Только Алекс им объясняет, что делать, они его слушают и делают. Если бы он вообще было что-то такое, когда я прислала у нас, спасибо там. Он мне сегодня так помог, объяснил им все, все, мы еще все сделали, все, пес, because of Alex, и вот он их занял и объяснил им, что делать, организовал, и они пошли сделать. Знаешь, смотри, эти же 13, там, во-первых, там 14 лет уже всем, потому что ему в августе 13 исполнилось, а им-то в сентябре, в октябре, ноябре по 14, а ему будет только в августе 14, а им всем уже по 14. Но тем не менее он лидер у них. Вся штука 8-9 месяцев, сейчас разница. Представляешь, они уже там полностью без руля. Знаешь, а... Папа, это не выбрасывай. Ты это самое. Потеряешь что-то. Сколько мегапиксел, мегапиксел, how many гигабайт SD карт? SD карт есть нет? Да. Написано гигабайт сколько. Сколько она тейкет? Shouldn't it take any size? No, probably you can buy 64 for beginning. But SD card charge, storage card, mirror fin. Посмотри, какое в меню написано будет. Посмотрите, как наш дедушка игрался с ребенком. Так пусть ваш дедушка поставит пиво. Ну, дома поймёт. Тут написано хард-диск. Начиналось с того, что я сказал, вам гигабайт. Да, с любой стороны мира. Как она сделала? Себе включили. У меня есть. Алла. А что, видно? I don't know what's going on. Помнишь, Владивостока? Да я помню, да. Я помню. Подожди, мать, оно у меня выключается, понял? Я же когда звоню, вот, прикол, звонишь, вот, мать, прикол, я тебе звоню, может я кликаю, оно экран выключается, вай. Но даже если без видео, все равно без... Тебя я вижу, сейчас работает, а вот мы вот здесь. Я так не понимаю, один приходит, встречается, делает, а потом... А как фотографии посылать? Да подожди фотографии. Значит, вот у тебя экран твой, первый, да, вот этот Viber, программа. А его не было раньше? Ну сейчас я установил, подожди, чего нету? Тут надо прошить, я же занимаю опыт. He says the same thing. He's a very quiet guy, so I always... Посмотри, как там устанавливать, что он там не может установить. Он application там загружает. Что, не работает что-то? Ну вот смотри, Майкл есть. Вот, и у тебя есть Viber? Ты знаешь Viber, Валера, нет? У тебя есть Viber? Нет. Ну вот я его открыл, смотри. Вот есть Майкл. Так, я хочу...